червні минулого року розпорядженням міського голови Юрія Вілкула у Кривому Розі був створений штаб з координації і надання допомоги переселенцям. В наш город прибыло около 12 тисяч переселенців. 39 человек, из которых это 13 семей, сейчас поселены в модульном городке. Это городок для временного пребывания, который мы открывали в феврале месяце. Вот там созданы все условия для проживания. Кроме того, есть рядом школа, детский садик, медицинская амбулатория, остановка транспорта. Модульне містечко, яке розраховане на більше ніж 400 осіб, наразі заповнене лише на 10%. У багатьох переселенців зі східних областей країни бракує коштів на оплату комунальних послуг. Само прибування, як зараз оказалось, дуже недешево для людей. Всі комунальні услуги ми оказуємо, і воно виходить до 100 гривень. Но учитывая то, что в этом домике все на электроэнергии, это и отопление, и горячая вода, и приготовление пищи, по итогу получается значительная сумма. Ну вот, например, сейчас там получилась такая сумма, как 636 гривен на одного человека. Понятно, что это неподъемная сумма для переселенцев. Поэтому Юрий Григорьевич принял решение зафиксировать сумму платежей в размере 150 гривен на человека, а остальные деньги мы будем доплачивать из бюджета. В настоящий момент готовится проект решения на сессию, и я уверен, что депутаты городского совета поддержат нашего мэра в этом решении. Это будет очередной шаг в помощь переселенцам, в помощь тем людям, которые ввиду таких вот обстоятельств оказались в тяжелейшей жизненной ситуации.